В Люберецком отделе МВД прошел день открытых дверей. С работой полиции познакомились старшеклассники, планирующие поступать в профильные вузы. Ребятам рассказали, что для этого требуется, а также пригласили их в музей истории МВД, где собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о работе люберецких стражей порядка. Выбрать свой профессиональный путь будущим выпускникам помогают дни открытых дверей. В рамках подобных мероприятий школьники могут заранее узнать о профессии от первых лиц, задать им волнующие вопросы и подготовиться к предстоящим вступительным испытаниям. В Люберецком отделе МВД учащихся встретили выпускники Московского университета Министерства внутренних дел имени Кикотя, действующие, а также сотрудники в отставке, которые поделились своим опытом. Моей мотивацией в жизненной позиции определилась пойти работать в милицию, потому что в свое время меня обидели, меня украли голубей, и милиция их не нашла. А в будущей своей работе мне довелось раскрывать все преступления, связанные в том числе и с кражами голубей. Работа в полиции трудна, ответственна и опасна, как говорят работники этой сферы. Но придя работать именно в правоохранительные органы, после уже сложно перейти в другую профессию. Другой такой работы я не смог найти, даже будучи, когда уже ушел в отставку. На сегодняшний день я нахожусь в отставке 22 года. Ну и нет, вот все, душа болит, прикипела, и тянусь я вот именно сюда. Дни открытых дверей проводятся в Люберецком отделении МВД каждый год. Они нацелены на привлечение школьников к поступлению в профильные вузы. На этот раз гостям не только рассказали о нормативах, особенностях студенческой жизни, но и показали музей истории МВД, где ученики узнали многое о сотрудниках Люберецкого отдела разных лет. После этой встречи некоторые учащиеся еще больше убедились в правильности своего дальнейшего профессионального выбора. Все очень понравилось, рассказали то, что учиться сложно, надо усердно, но довольно интересно. То есть есть интерес поступить. Ну, я уже на самом деле этим занимаюсь, то есть я уже прохожу медицинский осмотр, все вот это вот то, что надо. Да, нацелен поступить. Учащимся 11 классов, тем, кто выбрал связать свою жизнь с правоохранительными органами, уже нужно начинать подготовку документов, отметили стражи порядка. Для этого необходимо обратиться в Люберецкое управление МВД и заполнить документы. Это необходимо, чтобы поступить в выбранный вуз по целевому направлению. Отметим, что при выпуске для таких учащихся уже не стоит вопрос о трудоустройстве. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.